смотрите, я когда-то показывала этот аппарат, не знаю, как это называется, бак. Значит, это збір небезпечних побутових відходів. Нам не до лампочки. Тут можна лампочки положить, батарейки, ртутные термометры. Только почему-то там, где ртутные термометры в упаковке, кто-то батареек насыпал. Вот так вот. У нас такие есть штуки. Недавно у меня, кстати, спрашивала знакомая, где стоит этот аппарат. И вот я сейчас опять мимо него прохожу. Молодцы, делали бы побольше таких. Здравствуйте! Сегодня у нас 24 июля 2024 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас прекрасная погода. Спала жара. Наконец-то хотя бы можно дышать. Но в 5 утра сегодня нас разбудил очень сильный взрыв. Взрыв был такой мощности, что у машин во дворе сработала сигнализация. Амиран проснулся, говорит: мама, что было? Говорю: все нормально, спи. Ну, в общем, уснул, слава богу. Затем, ну, где-то через минут 20, может быть, 25, еще было два взрыва, но они как-то, мне показалось, были гораздо дальше. Возможно, где-то на окраинах или, ну, в общем, не знаю. Я иду на рынок. Сейчас посмотрим с вами. Мне нужно кое-что купить. Вообще, на самом деле, хочу купить кукурузу. Нора попросила купить кукурузу. Она уже давно попросила. А я все забываю. На выходных забыла. Сейчас пойдем вместе с вами и купим. Здесь коммунальщики подстригают газоны. Несмотря на все происходящее. Кстати, вчера такой дождь был. Кто вчера не посмотрел мой вечерний ролик, ливанул такой дождь. Вообще. Так, сейчас мы так пойдем, чтобы... А мы с Норой вышли, мне надо было по работе. Я вот даже сейчас смотрю, здесь, по всей видимости, от ливня грязь такая. Сейчас я вам покажу, кирпичи прям посливала. Сейчас покажу. Смотрите, здесь обычно идеально чистая такая вот плиточка. А сейчас вот такая вот грязь с кирпичами посливалась. Это старые кирпичи. И кости, и что здесь только нет. В общем, различный мусор древний, ну как древний, прошлого, позапрошлого века. Кстати, бывает, вот в таком мусоре столько можно найти интересного. Да-да, допустим, стекло дореволюционное, либо остатки фарфора. Ну, в общем, видите, это все вот так вот смыло от монастыря и прямо сюда. Вчера обещала, скажу, сколько нам удастся с Норой пройти километров. Где-то, сейчас я вам скажу, больше 7. Мы когда шли обратно, Нора показывала, 10 не удалось. 7 с чем-то. Потому что 4 раза срывался дождик. Ладно, идемте на рынок, сейчас посмотрим цены. Не забывайте поддержать канал лайком, подпиской. Кто был подписан, проверьте, пожалуйста, свою подписку. Так, сначала пойдем купим сыр. Потому что если я забуду купить сыр, то... будет плохо. О, смешно. Здравствуйте, дайте 500 грамм козьего фрико. Вот такое я беру всегда.
разные сыры, я вам сейчас так покажу. Ромас просто больше всего любит этот прикол. Кошелек достать, то я такая стою вообще. Положим. Теперь можем идти покупать кукурузу. Было бы еще неплохо купить пару помидоров. Ягоды какие-нибудь, потому что сейчас дети проснутся, надо им будет сварить кашку с ягодами. Я по утрам стараюсь овсянку давать. А, не, я сейчас купила не овсянку. Я купила 9 злаков. Да, и это лучше. Овсянку мы уже съели, теперь 9 злаков. Ну и стараюсь добавлять туда какие-то фрукты. А Миран неохотно всегда ест кашу. Бывает ест, бывает не ест. У него это с такой, знаете, по-разному. Главное не нагребать, то меня Ромас убьет. Дико злится, когда я вот это прихожу с пакетами, а он начинает говорить: ты специально это делаешь? Мы могли сходить вместе, но ты... А почем кукуруза? 25 почем. Угу. Она там не червивая, все нормально? Не червивая. Дыньки есть по 40 гривен. Кстати, пахнут дыньки. Арбузики. Это Узбекистан. Видите? Дынька. Арбузики, персики. Ананасовая дынька. Ну, это я точно брать сама дыньку не буду, а то, что я говорю, Ромас меня убьет. Скажет: тащишь. Назло мне или как? Так, 6 штучек, 150 гривен получилось. Здесь огурчики хорошие, да и помидорчики. А почем помидоры? 45-55. Сладкие помидоры. Знаете, таких килограмм. А перец почем? 100. Угу. По 90 нужно. А это со Змеева, да, голубика? Да. Я думала, она только на Западной Украине растет. Нет. Уже нет. Уже нет, да? Уже нет. У меня старая информация, да? Наверное. А почем она? 170. Ну все, не стала я больше ничего нагребать. Купила то, что я вам показала, голубику, помидоры, кукурузу. Кусочек сыра. Кстати, кто спрашивал, почему я здесь остановилась? Когда мы вчера, позавчера плавали на лодке по Лопане, но вы увидели это вчера, то кто-то написал: на барахолку на лодке плывите, да? Вот мы могли вот так вот проплыть еще сюда, 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 и доплыть прямо до барахолки. Все верно. Да, было бы неплохо. Путешествие такое совершить. Ну, может быть, когда-нибудь в следующий раз. Так, все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. Помните, самое главное.
что все войны заканчиваются миром.